выехал я тут за грибами между Витебском и Оршей в район Богушевска. Грибов особо нет. Чуть-чуть лисичек собрал там. Буквально маленький пакетик. Может и меньше. И чуть-чуть черники с земляникой дочки. Ну и заодно решил снять видео про магнитолу Рено оригинальную. Как ее достать подручными средствами. Буквально за одну минуту, даже меньше. Берем спичечный коробок, достаем спички, аккуратненько вставляем, без лишних усилий, примерно на такую вот глубину, ну то есть почти полностью. Вторую, третью. И четвертую. Главное не переусердствовать. Так. Что-нибудь остренькое нам надо. Можно ножик такой. Ну, конечно, если вы сильно переживаете за пластик, то работать надо аккуратненько, чтобы не повредить. И желательно тогда не металлический предмет, а пластиковый. И аккуратненько подковыриваем. Вот и все. Магнитола вышла. Вот тут у меня уже записан мой код. Также я его записал и в бардачке, чтобы лишний раз не вспоминать. Но вообще, если вы забыли код, вам надо достать магнитолу и найти вот такую табличку на магнитоле. Security код. U794 в моем случае. Этот код вы вводите в программу. Renault калькулятор, Renault радиокод, ну что-то такого плана названия. В интернете их много. Вводите этот код в эту программу, и вам выдает программа код вашей магнитолы. Код вводится этими цифрами. Сколько раз нажмете, столько на дисплее высветится ваш код. То есть вот первая цифра, вторая, третья, четвертая. Затем нажимаете и удерживаете шестерку. Все, и ваша магнитола заработает. Вот такой небольшой лайфхак по оригинальной магнитоле Renault конца 90-х и 2000-х годов.